Здравствуйте, дорогие друзья! Приехал сделать видеообзор вот этой сказочной баньки Палкинский торфяник. Строили мы в конце августа, по-моему, сдавали этот объект. Вот, кстати, заказчик Альберт. В конце августа же, да, мы сдавали? Нет, мы заехали 16 августа и закончили 5 сентября. А, 5 сентября мы закончили, но не было у меня возможности сделать видеообзор. Тут двери просто не мы устанавливали. Вот сейчас заказчик любезно нас пригласил сделать видеоотчет. Как вообще в целом баня? Супер, я очень доволен, что остановился все-таки на рубленой бане, а не на ерунде из бруса, что мне вначале советовали. Парюсь, наверное, уже раз пятый. Кроме положительных эмоций, ничего профис не испытываю. И, отлично. И все мои друзья, ну вот именно вот этим стилем дикая рубка, диаметром бревен, они, конечно, ну, восхищаются. То есть такого, ну, встретишь где-то мало. И я очень рад, что мы с тобой нашли друг друга вначале, а потом друг друга поняли, что делать. Поэтому хорошо. Супер. От вас уже много звонили. Да, я рекламирую постоянно. Причем, я так понимаю, Рафис, ты будешь тут делать еще несколько бань. Потому что, ну, судя по тому, как местные толпами ходили на экскурсию смотреть. Ну и, наверное, одна банька, может быть, будет где-то в районе Питера. Такую тоже вот мне уважаемые люди хотят, чтобы там было построено. Поэтому, даст Бог, все будет. Спасибо, спасибо, Альберт, за отзыв. Проект один в один, как наш офис, как наш выставочный образец в горном щите. 6,5 на 6,5 по бревнам. В чистоте внутри получается 5 на 5. Единственное здесь отличие вот этого проекта — это фронтоны рубленные. Рубленные. А у нашего выставочного образца там из доски необрезной мы сделали. Диаметр бревен, мягко сказать, очень крупные бревна. Диаметр примерно от 400, от 350, наверное, до 600 даже. Вот здесь видно, сегодня морозно, видно, где пропускает тепло над окном. Видно, что этот иней собрался, да? Сразу видно, где пропускает. И над дверью. Вот эти двери очень долго ждал заказчик, но игра стоила свеч. Там внутри тоже межкомнатные двери. Все эти двери устанавливал другой подрядчик. Поэтому я и не делал видеообзор, пока не было окончательного результата. Фундамент здесь плита. Плита. Дальше, как обычно, кирпичный цоколь. Кирпичный цоколь вот заказчик задекорировал уже. Декоративно обложил диким таким камнем в одну стилистику. Тихонько сзади тоже покажу немножко. Лавочка. Лавочка здесь, кстати, вот здесь это пруд. Замерзла. Вот эти стойки, они из лиственницы, чтобы берег не поехал. И вот здесь вот после бани посидеть на лавочке. Альберт, будете прорубь делать? Нырять? Обязательно на крещение опробуем. Поэтому я немножко вычерпал метров. Можно нырять будет. Головой. Круто. Вот это окна метр на метр. Тамбуре. Это санузел окно. Окна, видите, обналички тоже. Все в диком стиле. Карнизы широкие, свесы крыш. Из необрезной доски все подшили.
все из нее обрезной. Тут окошко в помывочной. И все по периметру заказчик обложил камнем. Интересно, конечно, все смотрится. Водосток. Кровля здесь металлочерепица серого цвета. Такой же, как и у дома. Снегозадержатель тоже в цвет красили. Вот, по отливу цоколя видно. Вот такой вот цвет кровли. Как и у самого-то вот этот вот дом, такая же кровля. Здесь тоже лавочка. Очень массивная дверь. Очень массивная. Полностью деревянная. Ручки такие кованые. Замок. Петли кованые. Вот как мы сейф дверь ставим, примерно такой же толщины полотно. Около 100 миллиметров. Очень интересно выполнено. Так, вот заходим. Это первая комната. Ограничитель холода. Тамбур. Тамбур. Вот это вход в комнату отдыха. Это дверь в санузел. Вот окошко, которое смотрит на пруд. Метр на метр. Здесь же люк, лаз на чердак для обслуживания. Обязательно нужно, чтобы туда был доступ. Здесь видите, тоже кованая ручка. Санузел, унитаз, раковинка небольшая, рукомойник, зеркальце, окно. Вот здесь сделали фальш стену, перегородку, чтобы оградить, скрыть от глаз все коммуникации. Так вот снимается полностью. Видите, тут все коммуникации, электрощиток, гидроаккумулятор, вся инженерная система здесь. Проводка ретро, перегородки брус 100 на 150. Видите, двери все какие интересные. Так, заходим, это комната отдыха. Просторная комната отдыха, 1,5 на метр окно. Обналички тоже из необрезной доски, массивные. Тут пожарная охрана, скамейка в одном стиле. Вот эту скамейку, помню, тоже мы делали. Стол не мы. Столы, стулья не мы делали. Это та же столярка, которая делала двери. Здесь электроводяные теплые полы. Какая-то новая система. Делали не мы, поэтому не буду рассказывать про это. Брусковая перегородка, чугунная печка колпаков. Заходим в помывочную. Потолок дополнительно оббит здесь осиновой вагонкой через фольгу и вентзазор. Обливное ведро, тропический душ, бак с горячей водой. Вода в баке греется от теплообменника, который встроен в току печи. Здесь тоже плитка полы. И вот такие деревянные трапики делали, съемные. Помылись, убрали и пусть сохнет. Трапик. Освещение. Термосветильники. Здесь в помывочной тоже с деревянными абажурами. Как и в парной. В парную дверь стекло 8 миллиметров, 3 петли, магнитная защелка на ручке. И заходим в парную. Потолок также осиновая вагонка через фольгу и вентзазор.
вытяжка вентиляции БАСТО, приточка под печку организована, полок из доски осиновой 70 мм толщина доски, нижний полок задвижной, выдвижной, чтобы не мешать человеку, который будет парить. Здесь тоже вон деревянный трап. Полы везде греют. Здесь всегда сухо и тепло. Два светильника по диагонали. Так, вот печка. Здесь вот внутренняя каменка. Там камни жидеид. Заказчик говорит, жар очень такой мягкий, мелкодисперсный. Дымоход Ferrum. Так, ну вот такая вот у нас получилась сказочная баня. Прошу извинить еще раз, что так долго делал видеообзор по этой бане. Но вот были обстоятельства. Ну все, друзья. Всем пока. Надеюсь, вам понравилась данная баня и заслужила ваших жирных лайков. Все, всем пока.